На северо-восточную часть американского штата Небраска обрушились два мощных торнадо. В результате один человек погиб, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы. По словам синоптиков, это довольно редкое явление, когда одновременно появляется сразу несколько вихрей. Наибольший ущерб понесли города Пендер, Стентон, Уизнер и Пилджер. Там разрушены десятки домов и зданий. Сейчас спасатели разбирают завалы и ведут поиски пострадавших.